Мур, приветствую, друзья. Благодаря малоснежному уральскому лету, где ночью бывает минус 4, и я разболелся, поэтому прошу прощения за голос. Недавно на тестовой добавили 4 новых предмета и изменили кучу старых, но до релиза их все не разобрать. Сконцентрируемся на новых. В этом ролике расскажу о двух наиболее любопытных, на мой взгляд. Первый предмет – шлем небесного стража, как перевел бы его я. За неслабую сумму в 2400 золотых он дает 1550 хп и мощный реген 100 хп. Но это ничто по сравнению с пассивкой. Если вы не получаете урон в течение 5 секунд, активируется мощная регенерация в 1,5% от общих хп и лечит вас до упора или получения урона. Скорость регена можно разогнать до 3,5 с помощью убийств и ассистов. Представляете Джонсона, который во время поездки отхиливается полностью и вновь вступает в бой. Или Наталью, которая исцеляется полностью, пока бежит на другой лайн. То-то же. Второй предмет – обувь демона. Кроме стандартной скорости в плюс 40, дает реген маны в плюс 30. Такое восстановление дает Джезл Молнии. Пассивка. Если убиваете или помогаете убить героя, регенерируется 10% маны. Если убиваете крипа, восстанавливается 5% маны. Это поможет магам держаться дольше на линии или в файте, без сборки зачарованного талисмана. О следующих двух предметах в следующем видео. А пока делитесь видео, ставьте лапки и всем пока!